Ти можеш лати? Де си ти, да? Здравствуйте! Привет! Привет! Поздоровался! Ты молодец! Умница, что здоровалась! Привет! Ты будешь меня нюхать? Меня да, только не слюнять. Только не слюнять. Ты меня не пугай, я тебя не боюсь, но когда ты открываешь рот, тебе уже страшно. Это точно. Отходи. Так скажет, ты больше пахнуть мной будешь. Поверь, он уже этого не боится. Ой, что ты, шипучка. Ну, вот он боится. Он даже это, лобаев боится. Ну, что, мы сейчас его на веранде. Мы сейчас его, это, да, я его заберу на улицу с собой. Да можно, конечно. Господи, какой же ты поюсь. А у вас немножко чуть-чуть подснимет. Чего ты скажи, везут, но тут какие-то... Что за что? Масяня, страшно. Просто вообще невероятно. Эй, ты интересный, ты куда пошел? Ты столько, скажи, всего таскаешь-то? Большого и страшного. Ты чего? Ты чего? Куча разных штуковин больших. О, вот так лучше будет. Да. Круто. Так вот. Короче, весь диван, который Масянин нам уделал, будет сейчас чистый и прекрасный. Ну, раз вы так правда, котом восторгаетесь, вот смотрите, он специально для вас целый год старался. Вот. Исключительно он. Да. Ну, ты у него спрашиваешь, ты что у меня спрашиваешь? Я же не знаю. Нашипит, значит, не надо ко мне лезть. Не нашипит, значит, все хорошо, мне нравится, давай. Да. Тебе нравятся чусики? Нравится. Да. Нет. Вы про себя все поняли? Сейчас, ребята, мы это, да, мы на улице вместе с ним мы идем, он мешаться не будет. Да, он так не будет мешать, просто я переживаю, когда животные, они могут испугаться некоторые. О, ну поначалу у нас тоже, он боялся там пылесосов и того и так далее. Иди на веранду выходи. Потихонечку тоже приучили, сейчас нам все равно. То есть я могу его пылесосом опылесосить по контуру. Ну вот. Нет, больше даже могу сказать, я могу его пропылесосить пылесосом. Да, раньше он его до ужаса боялся, а сейчас... Да, сейчас у нас уже с этим проще. Все хорошо. В любом случае, у него есть свобода выбора. Да, конечно, он сам захочет выбрать. Если ему что-то нравится, он может идти куда угодно. У него весь дом в распоряжении, еще и участок. А давай. Слушай, сейчас я вам, да, ребят, сделаю. Вообще котик не успевает. Это так, так. О, я вам на осушение поставил этот медицинер. Какой сильный, слушай. Они боялись, что я испугаюсь. Масянь, придется заново стараться. Да, я убираюсь. Ну, вон там, на улице. Хочешь со мной пойти? Я тут лежусь. Пойдешь? Нет. Нет. Потому что там жарко, да? Давай, снимем чехольчик с матраса. Давай. Уходи! Уходи! Уэсь! Ну ты чё, блин, издеваешься? Мы тут стоим, матрас, блин, держим, а он залез. Ну ты накрывай его. Всё, пускай живёт под матрасом. Под матрасный кот будет. Не очень, да? Не очень нравится, да? Как писать на неё, на кровать нравится. О-о-о. Вообще прикольно, смотри. Ну как тебе? Красивый, чистый диван. Дорогусик мой. Не нравится такой? Зато он такой стал идеальный просто. Как новенький. Но Мэсик не очень оценил. Ему нравилось, как было.